Раз. Здравствуйте. Если бы вы знали, как страшно выступать после таких умных докладчиков, после таких внимательных слушателей. Меня зовут Инна Смирнова, я работаю в компании Rexsoft, и я расскажу доклад под названием «Тестирование уязвимых отделов». Я расскажу о том, как мне посчастливилось вставать у истоков открытия нашего отдела в Воронеже, и, соответственно, мой доклад может быть интересен как тестировщикам, особенно тем, кто чувствует в себе силы и желание где-то начать организовывать отдел тестирования, так и для тех, чьи фирмы, может быть, задумываются о том, а не стоит ли открыть отдел тестирования в каком-нибудь городе, не Питере, не Москве. Собственно говоря, немножечко расскажу о себе. В тестировании я работаю с 2007 года, у меня есть соответствующие справки. Я стояла когда-то в истоках воронежского сообщества тестировщиков и сейчас работаю старшим инженером тестирования, собственно, в компании Rexsoft. Когда я когда-то увидела вот эту вот первую вакансию в тестировании в Рексофте Воронеже, я была очень рада. У меня были отличные такие наполеоновские планы. Я думала, вот, отлично, я сейчас начиталась книжек, я знаю, как устраивать идеальный процесс тестирования, и сейчас мы придем и все это дело организуем. Ну и в том числе, я думаю, такие же наполеоновские планы были и у компании, когда она собиралась открыть отдел тестирования в Воронеже, потому что все мы представляли себе примерно что. Нет, не так. Или, в общем-то, даже так. Я, поскольку рассказываю, как я надеюсь, для тестировщиков, то я буду рассказывать в привычном формате отклонения, в общем-то, ожидаемого результата от фактического. Итак, какие же у нас были ожидания? В городе есть отличная образовательная база. Там есть Воронежский государственный университет, есть политехнический университет. И поскольку Воронеж уже действовал на протяжении, наверное, 5 лет центр разработки с программистами, все знали, что у нас университет, хороших технических специалистов, соответственно, они ведут нам работу. Плюс я была уверена, что придет много отличных специалистов из других компаний с опытом, которые также хотят наносить поправимую пользу, строить светлое будущее. Вот мы вместе, значит, соответственно, сделаем все хорошо. Ну и плюс мотивация, да, в нашей профессии, как известно, есть очень много вариантов, куда можно расти и развиваться. Соответственно, ты должен мотивация, и все это, все будет такая возможность. Ну и какая реальность? Реальность заключается в том, что тестирование нигде не учат, все об этом знают. И да, большинство студентов уже с первого курса начинают работать. Но они начинают работать программистами, и тестирование они идти совершенно не хотят, потому что они воспринимают тестирование как промежуточную такую ступеньку между тем, чтобы выпуститься и работать программистом. И они не представляют себе, что эта профессия может быть достаточно интересной, что там есть очень много где прикладывать мозг и очень много где развиваться. Но, как ни странно, и большинству компаний также не нужно тестирование выше, чем на уровне маркетинга. То есть их, в принципе, устраивает это, то, что они набирают людей, ну, как достаточно дешевую рабочую силу, и, соответственно, люди занимаются, я бы назвала это сверкой. То есть вот у нас есть, что мы должны сделать, вот, пожалуйста, проверяйте. Наверное, то, что является особенностями конкретно для так называемых провинций, есть конечное и очень ограниченное количество IT-компаний, в которых, в принципе, можно работать, то есть, грубо говоря, 5, 7, 10. Все прекрасно знают, что в какой компании человек может ожидать. И в какой-то момент человек приходит в 2-3, а на 3 останавливается, потому что нет уже ничего, что может ему предложить новая компания, чего он еще не видел, не знал, так далее. То есть каждый выбирает какие-то компании, процессы под себя и, собственно говоря, сидит там. В конечном итоге спрос на специалистов у нас значительно превышает предложение. То есть рекрутаторы вакансии даже, наверное, резюме даже, наверное, не успевают появляться. Специалисты в основном так идут на основе своих знаний, на основе того, что им хотелось. Соответственно, во всех этих условиях что делать? Да? Дело нужно, в общем-то, как-то организовывать, людей нужно где-то брать. Какие вещи помогли мне, какими рецептами я могу в этом случае поделиться? Во-первых, до прихода в эту компанию я организовала региональное сообщество тестировщиков. И я расскажу вам о том, в чем это мне помогает в организации дела. Кроме того, нужно было как-то выстроить процесс обучения на сообщество внутри компании, и я также поделюсь какими-то трикс, которые использую. Ну и плюс я еще пошла преподавать именно тестирование как предмет в университет, дабы тоже заняться некоторой функцией просвещения. Ну и сейчас я обо всем об этом расскажу чуть-чуть подробнее. Сообщество тестировщиков. Зачем оно может быть создано? Здесь может быть очень много причин. Когда его создавали, мы хотели обмениваться опытом, мы хотели, чтобы нам кто-нибудь из других компаний рассказал что-нибудь интересное, того, что мы не можем работать в нашей компании использовать. Плюс это, естественно, нетворкинг. Ну, я думаю, что здесь присутствующим людям нужно объяснять смысл и силу нетворкинга, зачем это все нужно. Это расширение профессионального кругозора. Когда мы смотрим на то, как происходит в других компаниях, мы что-то лишнее погуглим, почитаем, придем и организуем его у себя. Ну и просто в целом нанесение непоправимой пользы. Когда очень хочется, я, например, люблю, когда много умных людей объединяется в одном месте, общается и так далее.
Если что-то из этого у вас в душе как-нибудь отзывается, да, я могу поделиться какими-то моментами о том, как это проще всего сделать. Ну, понятно, что сейчас 21 век, проще всего все эти вещи организовываются через социальные сети и сарафанное радио. Та вещь, которая тормозила нас, на самом деле, и которая, как оказалось, решается очень просто. Поскольку мы собирались все это сделать как клубу интересов, то есть изначально некоммерческое мероприятие, соответственно, стал вопрос о том, в каком помещении и как можно собираться, потому что, ну, как бы, где проходит граница альтруизма, насколько можно за свой счет арендовать хороший зал и так далее. Но, как выяснилось, площадки с удовольствием предоставляют компании, которым, естественно, интересно видеть специалистов со всего города, которые посещают компании, которые имеют возможность погулять, посмотреть на интерьеры, пообщаться со специалистами и так далее. Поэтому в этом плане компании очень легко идут на контакт. Дабы не делать это рекламой какой-то одной компании, мы по очереди входим в каждую, то есть все достаточно справедливо. Организовывать полезный контент, то есть на первых порах, к сожалению, придется выступать с докладами самим, потом люди, как правило, подтягиваются, и организовывать возможность общения и дискуссии. Мне очень нравится формат, в котором собирается питерское сообщество тестировщиков, они просто выдвигают какие-то темы и обсуждают наиболее интересные для всех. Ну, собственно, перейдем к обучению и наставничеству внутри компании. На всякий случай я как бы остановлюсь на том, что тестирование — это не промежуточная область. То есть перед тем, как переходить в программистов, тестирование есть очень много куда расти. Можно расти в тест-аналитику, можно расти в тест-менеджмент, можно переходить в чуть более, ну, чуть смежные профессии, бизнес-анализ, просто менеджмент, если вам нравится заниматься планированием оценки риска. Можно заниматься автоматизацией тестирования, можно заниматься различными видами функционального тестирования, и можно быть специалистом, экспертом конкретно в вашей предметной области. Вот, например, у нас компания развитого тестирования BI, то есть целая BI-щика, конкретно своя специфика. Во всех этих вариантах, если вы будете крутым спецом, вам будут, как бы, вам будут хорошо платить, и нет смысла переходить в программистку только заради того, чтобы, в общем-то, как люди идут за деньгами и так далее. Ну и, собственно, как происходило и происходит обучение наставничества внутри компании? Началось у нас все, то есть первыми пришли как раз студенты, то есть люди уже без опыта тестирования. Что мы сделали? Так, поскольку в нашу компанию приходят также и практиканты-программисты, и им нужно что-то писать, да, в качестве практики на свободе. Мы попросили их написать заведомо забагованное приложение. То есть приложение, в котором должен был бы быть заранее определенный список багов. Для чего это было нужно? Когда тестировщик приходит на практику, мы ему даем, соответственно, это приложение. И сначала просто отпускаем в свободное плавание. Говорим, вот, ищи, попробуй найти те баги, которые ты найдешь на скоку. Он, соответственно, что-то находит, как-то пробует на вкус, вообще, насколько ему это нравится и так далее. После этого мы его просим написать тест-план. И понятно, что он пока не знает, как это делать. Но возражение не принимается, сделай как-нибудь, тебе просто нужно это попробовать. То есть человек пишет тест-план, после этого в параллели идет обучение теории, и, соответственно, мы просим человека по очереди применять вот эти вот теоретические знания, которые он получил, в частности, техники тест-дизайна. И баги, которые вшиты в это приложение, они устроены таким образом, что, применив те или иные техники, человек находит те или иные баги, которые, может быть, насколько он не нашел. Чего мы добиваемся? Того, что человек сразу видит полезность. Вот. Это не просто то, что пишут в книжках какие-то абстрактные теории, а это вот я конкретно нашел такие баги, а так бы я их не нашел. И, соответственно, постепенно, по ходу того, как он это делает, у него есть возможность переоценить свой первый очень коряво написанный тест-план, но реально понять, вот ты думал, что это будет так, а на самом деле это выходит вот таким вот образом. Пусть этот человек стажер, но к следующему своему заданию, уже там, когда начинается практика в проекте, у него будет уже хотя бы какой-то опыт оценивания времени, которое у него идет на эту задачу. Также у нас в компании заведена практика обмена знаниями. Если кто-то прокачивает какой-то скилл, которого нет у других, то у нас заведено, в общем-то, собираться и делиться этими вещами. И, соответственно, у нас есть некая такая карта компетенции, да, компетенции тестировщика, то есть кто в чем силен, кто что знает. И будучи экспертом в какой-то области, человек всегда может помочь кому-то ответить на вопросы, там, помочь своему проекту и так далее. Собственно, университет. Зачем вообще хотелось пойти в университет? Хотелось, во-первых, заинтересовать профессией, потому что, ну, в общем-то, я уже рассказывала, да, почему, потому что никто не считает эту профессию интересной. Кроме того, продемонстрировать ее нужность. То есть, конечно, у меня не было таких розовых очков, что вот сейчас я приду, буду преподавать тестирование в универе, и все-таки я радостно пойду становиться тестировщиком. Конечно же, нет. Но не секрет, что и программисты несколько предвзято относятся к тестировщикам, и, может быть, продемонстрировав им то, как мы это делаем, можно добиться того, что я не буду чуть внимательнее относиться к тестировщикам, как к специалистам. Ну и как бы дать им почувствовать себя по ту сторону баррикад и научить немножечко по-другому мыслить.
каким образом это все происходило? Ну, понятно, что там были какие-то теоретические лекции и практический пример. Какие особенности, которые хотелось рассказать? Я просила их в качестве такого предложения на кошках, как в рамках компании, взять свой код. Ну, естественно, там в 4-5 курсе люди пишут уже какую-то свою дипломную работу, всякое и так далее. Вот я им предлагала написать тест-план и протестировать именно это приложение. И это вызывало, на самом деле, самые большие протесты. Потому что все, чему учат университеты программистов, это скрывать свои ошибки. А тут, в общем-то, нужно было как-то их демонстрировать. Люди очень сильно не хотели, говорили, давайте мы что-нибудь другое возьмем, только не мои приложения. Но это, в общем-то, тоже полезная практика, да, посмотреть на свой код немножко другими глазами. Чем мы еще занимались? Мы занимались тестированием требований. То есть я давала какие-то требования к какому-то абстрактному продукту и просила их протестировать, просила протестировать их на полноту, на непротиворечивость, на консистентность и так далее. Зачем это нужно? Потому что, опять же, как для будущих программистов, это очень сильно полезно, потому что очень часто программисты грешат тем, что они сразу же кидают все призовок, в общем, то, что написано в требованиях. А если чуть-чуть вот задать себе вопрос, что если, то ну, заранее можно было бы избежать очень многих багов. И все эти задачи, да, которые собственно, мышление тестировщика, то есть подумать, а что если, то есть мы берем какой-то абстрактный пример, это самое простое там, тестирование какого-нибудь банкомата или пин-кода, и начинаем вот раскручивать на тему, а что будет, если так, а что будет, если так, потом они в какой-то момент наконец начинают фантазировать, и вот уже возникают варианты серии, что если там прилетят инопланетяне, но здесь уже надо слегка останавливать. И что, в общем-то, это дало в итоге? В итоге студенты уже на уровне университета имеют представление о тестировании, имеют представление о том, что делают тестировщики в рамках своей профессии. Может быть, не все из них в тестирование пойдут, но, может быть, даже будучи программистом, человек чуть-чуть более аналитически подойдет к своей задаче, прежде чем ее выполнять, чуть-чуть более критически посмотрит на требования и так далее. Что радует, в последние годы средний уровень специалистов постепенно повышается, потому что люди сидят не только вот в этих вот своих компаниях, нарисовывая как бы нос, что вокруг происходит, но и обмениваются знаниями, открываются, к счастью, QA-школы от разных известных компаний. Соответственно, если раньше человек мог работать в течение 5 лет тестировщиком и не знать каких-то базовых техник, то сейчас это уже начинает требовать от студентов-практикантов, и, к счастью, как бы людям с опытом приходится их, в общем-то, как-то догонять и разбираться в том, чем же они в предыдущие 5 лет занимались. Ну и такой вот микробонус, да, от сообщества тестировщиков, вот это все, всегда легко получить рекомендации, поскольку в рамках этих нескольких компаний мы с тестировщиками, руководителями отдела тестирования этих компаний общаемся, то когда человек приходит на собеседование, всегда легко запросить какую-то его историю, оценить, и это как бы не только плохо влияет, да, то есть, о, мы его не возьмем, потому что это рекомендация, но на самом деле и наоборот, иногда можно посоветовать кому-то. То есть вот ко мне приходил такой человек, вот он явно хочет заниматься вот этим. В рамках нашей компании мы сейчас не можем ему это предложить, а вот у вас, я знаю, это есть. Смотрите, какой замечательный человек. И как бы такие вещи, они действуют и в эту сторону тоже. А, вот у меня все. Если у кого есть какие-то вопросы. Спасибо. А можно технический вопрос? Меня вот очень заинтересовал пункт тестирования полноты требований. Там есть у вас какие-то методики, вот как вообще это делается? Конкретно методика мы поделились. То есть проверяем требования на то, чтобы они были, они полные. Ну, то есть как бы мы приводим примеры, да, каких-то требований, которые написаны явно плохо. И пытаемся как-то переписать их лучше. Неформальный подход. Так, еще вопрос. Если вы знаете, где научиться формальному подходу, я с удовольствием. Честно слово, я искал информацию по этой теме. Надо, народ вас тогда услышит. Вот такой вопрос. Скажите, какие требования вы клиентам предъявляете? То есть одно дело открыть в регионе филиал по тестированию, который будет там, мануальным тестированием заниматься. А другое дело, когда у вас все автоматизировано, считайте, у вас не просто тестировщики, они разрабы и тестировщики. И это, наверное, порядок сложнее будет делать. Вопрос в том, какие именно у нас? Да, какие у вас требования? У нас в компании есть набор очень разных проектов. И, соответственно, тестировщиков мы набираем в рамках тех проектов, которые требуются. То есть сейчас у нас есть мануальные тестировщики, причем те, которые умеют заниматься автоматизацией, тоже есть. По поводу того, как мы набираем, на самом деле, в какой-то момент стало понятно, что компетенции, то есть человек с нужными компетенциями в этих условиях найти, как правило, сложно, проще как-то, в общем-то, взрастить. И, соответственно, главный критерий опоры идет в горящие глаза. Ну, то есть заинтересованность в профессии, тут можно как бы очень много говорить, я боюсь, что если хотите, в кулуарах расскажу, какими вопросами это проявляется.
Понятно, спасибо. Маленький еще можно? Да. А как, по-вашему, замотивировать разраба стать QM? Ну, то есть QM, который разрабатывает. Ведь, в принципе, одно и то же. Он также сидит, кодит, фактически то же самое делает. Но не все почему-то готовы идти вот просто. Я не хочу быть QM, и все. Вот ваш. У вас есть какой-нибудь рецепт? Хороший вопрос. Ну, наверное, продемонстрировать интересные задачи. То есть вы почему-то считаете эту задачу интересной? Вот, наверное, попробую продемонстрировать почему. Так, коллеги. Так, я выберу последнего. Ну, на самом деле, у меня не очень серьезный вопрос, хотя была тоже история в нашей компании. Вы сказали, что у вас практикант-разработчик пишет приложение для практиканта-тестировщика. Он именно, то есть это идеальное такое приложение написано практикантом, что именно те ошибки, которые вы задумали, там, были выявлены. Вот у нас был пример, когда серьезный разработчик писал приложение, мы его давали тестировщикам в качестве тестового задания, но ошибки совершенно другие были найдены, которые новые для ведущего разработчика. Нет, естественно, там были и те ошибки, которые мы не просили их делать, как бы куда без этого. Вот. Но это не просто как бы практиканты, разработчики пишут, на ними есть старший разработчик, который, в общем-то, как-то старается контролировать их. Вот чтобы, в общем-то, примерно это все работало так, как ожидается. Но да, и, безусловно, находят и другие совершенно. Вообще очень интересно смотреть. А? Это вам не сорвало? Нет, конечно. Вообще очень интересно смотреть, потому что каждый новый человек приходит, он все равно, вот, казалось бы, пользуясь одними и теми же техниками, находит в первую очередь совсем другие ошибки. Это, ну, очень интересно смотреть. Так, спасибо. Видите, масса вопросов, еще они остались. Так, тем не менее, мы финишируем. Спасибо.